Приветики, друзья! Сегодня мы продолжаем смотреть бесплатные вещи на сайте Twin City, где люди предлагают бесплатно отдать мебель. Тележка там была, да? Газеты. Ну, может, какие-то коллекционеры есть чего-то. Вот видите, это большие, маленькие и средние коробки было написано. Но это для того, кто переезжает, удобно брать и складывать вещи туда. Вот неплохая такая стеклянная полочка была. Кроватка неплохая, детская. Вот стульчик. В общем, кому интересно, тот что-то себе всегда может найти. Люди берут деревянные вещи, зашкуривают, покрывают лаком и выставляют на продажу. Кто-то из чего-то мастерит и тоже потом продают. Вот неплохой. Так, что у нас здесь? Да, три секции, диван, вот, кресло, ну, подушки для собак. Вот, кому-то что-то может пригодиться. Мне написали, что в России тоже сейчас есть такое, что люди бесплатно отдают. Вот тоже. Кому-то что-то, видно, пригодится. Ну, правильно, чем дома валяется, почему бы не выставить и не отдать людям, которые в этом нуждаются. Все правильно делают. У нас еще около дома летом чаще продают. Ну, чисто по символической так цене. Гараж сейл называется. Заезжают люди, смотрят и продают. Если кто-то там не для навары это делает, то могут совсем за даром отдать, подарить. Особенно детям раздаривают игрушки. Вот. Кто долго стоит, смотрит на одну какую-нибудь вещь, тоже говорит, нравится, бери, забирай. В общем, не для наживы это делают, а лишь бы избавиться, чтобы дом был более незахламленный. Ну, такие сегодня выставили вещи. Вот это двери какие-то разукрашенные. Вот такая полочка тоже там была. Вот так живут потихоньку люди, наживают, а потом все раздают. Спасибо всем, кто интересуется, кто с нами смотрит, кому это интересно. Подписывайтесь на наш канал, будет еще что-нибудь новенькое. Будем смотреть, будем писать в комментариях, кому что понравилось, кто бы что-то приобрел себе. Вот вазочка-салатница, лодка. Ну, это уже, по-моему, пошли вещи. Некоторые повторяются. Вчера их не забрали, их сегодня снова повторяют, выставляют по новой. Чтобы люди, ну, как бы видели в первых рядах их не объявления. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Всем очень рады. Заходите на наши плейлисты. Мы не только это показываем, но показываем погоду, природу Миннесоты. А вот магазины, рестораны. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.